Егор Крид, да, спасибо. Раз Егор в день Крид, всегда. О, Егорушка, Кридушка, спасибо тебе за музыку твою, благочестивую, первую в мире, певца первого настоящего, и рэпера первого на Руси, и блогера первого, и актера первого из блогеров, вышедшего. Так, это тоже ёбу дал, хорошо. Спасибо тебе, Егор Крид. Возьми калаш. Наслаждаешься мной сегодня? Ну, подожди, у меня жена смотрит стрим, что ты... Что ты, действительно... Никакого... Я буду засыпать под крики курочек, боже, какого хрена? What the fuck? Какая-то нездоровая херня получилась, боже. Ну, иди он. Что это было? Ага, где опасно, да? Да вот он тут кинутый на пол. Все, все, все. Дверь закройте, чтобы там Тёма появился. Закройте, пожалуйста, ну дуй же. Я, наверное, на следующей двери день появлюсь. Ну! Ну да, да. Ну а кого еще? Кого просто вынести? Тёма, Тёма, по-быстрому. Даша, не прыгай, не прыгай. Даша, просто держись, побежали, побежали. Спасите, мама. Ну чё, пистолетом? Бля, я... Костя, выкупи меня! Что за крики, блин, на драке нет? О, я не так понял. Не... Так, вообще, так возможно было умереть? Что это такое? Я не видел, чтобы хоть кто-то так умирал хоть раз. Расскажи, как вы с Тёмой познакомились. Так это же, блин, банальная история. Шел дождь. Я стоял на остановке. Такой, да, ну типа я к Артуру подхожу такой. Слышь, блядь? Это у тебя мобила в кармане, или ты наград меня видишь? И ждал своего автобуса. Была ночь. Это был теплый августовский вечер. На горизонте было видно солнце. Так и познакомились. Висела красивая, да. Плотная туча. То, что он там рассказывает, это, конечно, все романтично. Но реальность, она, как бы, ну, как бы, знаете. Автобус, которого я ждал, пролетел мимо моей остановки, обрызгав меня с головы до ног. Футболка впилась в мое тело, обнажив все, что было под ней. Я услышал чавканье. Это был он. О, все. Плакаться, но нет, ни капли жидкости. Никто не делится своей жидкостью со мной. Я просто бедный, несчастный блокнот на его столе. Когда? Когда ты откроешь меня? У тебя так много всех вокруг. Распиши подарки, сука. Напиши, что и кому ты будешь дарить в меня. Пожалуйста. Он ко мне прикоснулся. Что это? Это его прикосновение. Он листает меня. Он листает меня. О боже, я уже на середине. Что ты будешь делать? Давай, я готов ко всему. Нет, нет, нет. Что это за блокнот, блять? Выкинуть надо. Нет. Не обращай внимания, это мой бзик. Я буду делать, ну... Это похоже на растяжку. Я гений, да. Пойду поем. Блин, а как их это обезвреживать, чтобы они по мне не стреляли?
Но это так, это факт. Она может быть той леди, с которой вы общаетесь о погоде в лифте. Девушка, с которой вы пьете кофе, одалживаете пенис, прочитаю. Пенс или посылаете факс. Теперь у меня в голове складывается ощущение, что все начальство в секс-шопе своих... Там, знаете, у них проходят там вечера по мотивации, допустим, какие-то там мотивирования к продажам. И значит, вот так, короче, все начальство секс-шопа, оно достает все плети, короче, свои ошейники, вот так надевает на каждого сотрудника, так, вот так вокруг нее стоят все в плетях и в ошейниках, и она так: «Так, дорогие мои, сегодня мы должны продать 20 фаллос-имитаторов». Если вы не продадите 20 штук, я продам их вам. Вот типа того. Не надо так. У меня очень хорошее воображение, и это как бы, ну... Где я? Кого? Как? Куда? Ну, блин. Ой, неловко. Что прицельный человек? Я на С нажал вместо пробела. А можно ли это делать? Я уже бегу. Я нажал С вместо пробела. Вертолет медпомощи. Так, я бегу, ребят, я бегу. Блин, это долго мы сыграем. Бля, здесь вообще никого нету, мы сами себя ебнули. Как жару. Просто все эти гонки, знаете, с волрайдами, они так похожи, что... Сука. Вам, возможно, просто кажется, что... Ай, я забыла заметить. Да не, ругайся, все в порядке. Сучара, бля! Вот так прям можно, типа, не переживай. А я прошел. Да, я тоже, кстати. Ай! О, еще, смотри. Тут гранат, на самом деле, до жопы сейчас. Так что, в принципе, желательно бы ими пользоваться. И вон еще граната. Ой, там что-то тяжелое идет. Что именно я уебал? Месяц, блядь, работаем! Друзья, ты будешь лезть! Всё, лезь наверх! Лезь! Смотрите, как нужно сделать. Ты думаешь, я туда допрыгну? Меня не пашет. Тёма, этот прыжок, он был как в мультик. Цепись. Я как прыгаю. Давай, я держу. Пробуй. Да не нахуй, просто пробуй и залезь по ней и зацепиться. А нахуй я держишь? Давай, всё, я лезу. Артур. Лезьте, господа и дамы, лезьте! Какой кошмар, боже! Главное, не отпускай цепь. Ты не отпускай. Девочки, пожалуйста. Дима, пожалуйста. Я сейчас прыгну. Я слишком стар для этого дерьма. Ебай! Давай! Блядь! Да! Хорош. Ну, Дима затащил, конечно. Дима, боже, аллилуйя, аллилуйя. Дима, мне надо пойти покурить. Слышать мудрость.